Sorry about Srila Prabhupada. Sometimes we think we're performing so much austerity. Я расскажу одну историю о Шриле Прабхупаде, пока Кришна прямо принесет мои очки. Я забыл их, мне очень неудобно, что ему пришлось бежать за ними. So we were in Hong Kong, and Prabhupada came there. Мы были в Гонконге, и однажды Шрила Прабхупада приехал туда. And some devotees from the Philippines came. There was about six or eight men. И преданные из Филиппин также приехали, и было six or eight men. Or ten men. До 10 человек было преданных. So there was one devotee was a sannyasi, but he was having some problem, and Prabhupada was trying to encourage him. И там был один преданный, он был саньяси, но у него были своеобразные проблемы, и Прабхупада приехал, чтобы вдохновить его. So Prabhupada asked him to tell how he was in Mayapur the year of the flood. There was a flood there, and before they had any buildings, they only had Prabhupada's kutir. И Прабхупада asked him to tell. И Прабхупада попросил его рассказать, как тот был в Майяпуре во время наводнения, там не было никаких зданий в то время, и был только кутир Шрилы Прабхупады. So he was telling us the story, the flood waters were coming up, they were living in the rafters of their hut, and snakes were coming in the water. И this devotee tells the story. Oh, Prabhupada tells the story. The devotee. Преданный рассказывал историю, как они жили в этом кутире, было большое наводнение, Ганга вышла из берегов, и они жили на крыше этого кутира, и было очень много змей, и очень были жесткие обстоятельства. Prabhupada was telling the story to encourage this boy because we were all appreciating him. И Шрила Прабхупада попросил его рассказать эту историю этого преданного, чтобы все преданные вдохновились, и он тоже вдохновился. So then next he turned to me. И потом он повернулся ко мне. What was your most difficult time in Krishna consciousness? И спросил, а какие твои самые трудные времена в сознании Кришны были? So then I told some story. We were first in Japan. We had a big house, but there was no proper heat. We just had a kerosene heater. Then you get warm on one side, you have to turn around and get warm on the back side. Я рассказал историю, как мы были в Японии и было холодно, у нас не было отопления там, и у нас был какой-то маленький обогреватель, и нам нужно было греться возле него, переворачиваясь, чтобы прогреть разные части своего тела. So we were all smiling and, you know, enjoying the... И мы все улыбались, рассказывали эти истории, наслаждались так. So then I asked Prabhupada. И тогда я спросил Прабхупаду. Srila Prabhupada, what was your most difficult time in Krishna consciousness? А какие, Шрила Прабхупада, у вас были самые тяжелые времена в сознании Кришны? We were all smiling and, you know. И мы все улыбались. But when I asked Prabhupada that, the whole mood changed. Но когда я спросил Шрилу Прабхупаду об этом, все настроение поменялось. Prabhupada became so serious. Прабхупада стал очень серьезным. And he spoke with a very grave voice. И Прабхупада сказал очень серьезным голосом. He said, "You don't want to know about that." Он сказал, вы даже не хотите знать об этом. Вам лучше не знать об этом. Просто эта фраза нас убила. Мы иногда думаем, что мы много делаем очень для Кришны. Но Прабхупада прошел через огромные трудности. И он никогда не рассказывал свои самые трудные времена. Но мы можем представить, coming on the boat, seasickness. Но мы можем представить себе этот его путешествие на пароходе, ужасную морскую болезнь. Его духовные братья отвернулись от него. И он в одиночестве скитался по Нью-Йорку, не обретя никакой поддержки, никого у него не было. Прошел целый год, пока он смог снять какое-то помещение и начать что-то делать. Okay.